Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Когда-то меня избил мой молодой человек под алкогольным воздействием. Я просила его не трогать меня, говорила, что хочу переночевать к подруге. Но он уговаривал всеми способами и все-таки достиг своего. Месяц-два я была в ужасном эмоциональном состоянии, завели кота, так как думала, что расстанемся. Завели кота, чтобы что-то связывало. Прошло больше полгода, он поссорился с моим отцом, у папы не самый лучший характер, но я его сильно люблю. И после ссоры с моим отцом прошло больше 2 месяцев, он все еще продолжает вспоминать эту ситуацию. И говорит, что если он купит дом-квартиру, то не пустит его на порог, так как этот человек ему никто. Еще говорит, я не запрещаю тебе с ним общаться или видеться, просто, пожалуйста, не в нашей квартире. Нам по 19 лет, в отношениях 4,5 года. Ну, 4,6. Я не понимаю, что делать дальше и нужно ли вообще что-то делать. Помогите, пожалуйста, я уже не могу это выдерживать. Давайте для начала сформулируем, что именно, что конкретно вы не можете делать, что конкретно вы не выдерживаете. Да, давайте сформулируем. И не знаете, что делать, чтобы что. Потому что тот кризис, который у вас был, я имею в виду насилие, да? Если это единичный случай, да, если это единичный случай, то, на мой взгляд, как, конечно, это как минимум стоит обсудить, это как минимум стоит проработать с с психологом, да, вам обоим, потому что это, ну, вообще серьезная, это серьезная проблема, вот, для отношений, и вообще для людей, и в том числе, на мой взгляд, это не только проблема для вас, это само собой, но это проблема еще и для молодого человека, вот, то есть это для него тоже может быть травмой, вот, поэтому и вам, и ему, ну, нужно вместе обратиться к психологу, да, и, соответственно, поработать, да, над этим. Вот, ну, и вам, в частности, вот, необходимо, как бы, травму прожить, потому что, ну, очевидно, что она у вас есть, очевидно, что вас это травмировало, очевидно, что у вас это, вот, до сих пор болит, и как-то, вот, прожить это, вот, у вас, ну, у самой, наверное, не получается. Это первое. Второе. Ваш молодой человек не обязан общаться с вашим отцом. И как бы не обязан он поддерживать с ним хорошие отношения. Вот. Конечно, было бы хорошо, если бы он это делал. Да? Конечно, было бы хорошо. Но если этого нет, то он не должен. Ваш молодой человек не должен этого делать. Он может это делать, но не должен. Вот это, пожалуй, то, что вам нужно для себя тоже зафиксировать, что вы и ваш отец, которого вы любите, это одно, это абсолютно нормально. А ваш молодой человек и ваш отец, это совсем другое. И это, ну, никак вот не пересекается. Вот. Вообще никак не пересекается. Вот. То есть, да, хорошо, повторюсь, было бы хорошо, если бы у вас все было бы гладко,
в отношениях, да? То есть ну, с отцом вот, у вашего молодого человека все было бы хорошо, но как бы что есть, то есть. И в отличие от вас, для вашего папы, равно как и для вашего молодого человека папа, чужие люди. И молодой человек, если он вот, ну, действительно ну, покупает квартиру или дом, действительно имеет полное право не пускать кого-либо на порог своей квартиры. Потому что это его жилплощадь. Если вам не нравится это, а вам может это не нравиться, если вам это не нравится, то, на мой взгляд, необходимо вам просто сделать так, чтобы ваша квартира ну, была, наверное, не только ваша. Вот. То есть, ну, мне, по крайней мере, мне так это видится, да? Вот. Вот как-то, наверное, так. Я бы вам на ваш вопрос ответил, ну, вот, с этой вот такой точки зрения, с такой вот позиции, да, я бы вам ответил. И, собственно, вам нужно определиться с тем, что же вас, вот, вообще говоря, ну, тревожит, что же вас, вообще говоря, беспокоит, да, и чего именно вы не можете выдерживать. Следующее. Вы говорите, что вы завели кота, чтобы вас что-то связывало. Вы говорите, что вы завели кота, чтобы, ну вот, потому что думали, что расстанетесь. Нужно, мне кажется, понимать, что кот не решает проблем. И то, что вы на кота накладываете ответственность за свои отношения, за то, что вас в отношениях, да, ничто не связывает, например, на мой взгляд, большая, в общем и целом, проблема, вот. Потому что кот не решает проблем, и кот не дает вот, ну, такой, знаете, как это сказать, кот не, ну, не показывают, что между людьми может быть общего. Вот. К сожалению. Вот. Ну, для кого-то к сожалению, для кого-то к счастью. Мне кажется, что к счастью, потому что к таким отношениям вот все равно были бы вот какие-то, ну, какие-то вопросы, да? Поэтому я бы вот на это, наверное, вот так обратил бы, ну, внимание.
ваша. Вот. Следующее, на что хочется обратить внимание, это, пожалуй, на то, что вы вместе с молодым человеком довольно, ну, большое, довольно большое вот количество времени уже, ну, для людей вашего возраста. То есть вам по 19, вместе вы, значит, 4 года, как вы сами говорите, и вы молодцы, большие молодцы, что находитесь в отношениях, вот. Но важно понимать, что для такого возраста данное время достаточно критическое. То есть за 4 года, что вы вместе, очень много моментов могло поменяться. За 4 года, что вы вместе, люди меняются. И, скорее всего, изменились как вы, так и ваш молодой человек. Ну, просто потому, что это нормально. Поэтому вам бы эти изменения, да, которые ну, произошли, вам бы эти изменения зафиксировать, вам бы эти изменения постараться выделить, увидеть и спросить себя и друг друга, а как я, например, да, как я к этим изменениям, ну, вообще говоря, отношусь. Принимаю я их, эти изменения, не принимаю я эти изменения. Выражаю ли я эти изменения и так далее. Понимаете, да? То есть, вот ситуация здесь, она касается, как мне кажется, касается вопроса больше вашего личностного роста. Вот, ну, в одну из очередей. Помимо, может быть, того факта, что у вас, вероятно, есть и привязка к папе, да? Ну, в определенной степени. И помимо того, что вы, вы можете, да, вы можете там где, ну, где-то себя в чем-то обесценивать, например, ну, вот. У вас есть вот эта вот привязка к вашему отцу. Вот. То есть привязка к, ну, к
к вашим как бы близким, да, есть привязка к вашим родственникам. Вот. И это, конечно, ну, может быть проблемой. Вот. Поэтому тут, мне кажется, крайне важно, чтобы вы в этом себе постарались отдавать отчет. И очень важно, чтобы вы постарались и в себе разобраться, и в своих чувствах разобраться. Молодому человеку, ну, в своих чувствах, молодому человеку. Вот, в своих чувствах, значит, к вашему, ну, к папе, вот, и так далее. То есть это все можно и нужно делать, но только при том условии, если вы готовы над собой работать. Вот, вот как-то, наверное, так это может выглядит. Ну, с моей позиции, да, с моей вот какой-то точки зрения. Вот на этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам начать двигаться в сторону изменений. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью.